Уважаемые друзья, добрый день. Меня зовут Евгения. Я представляю фонд имени Микухи Маклая. Подскажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно, все ли в порядке? Если нет возможности голосом ответить, прошу написать в чат. Да, все хорошо, все видно. Все замечательно, спасибо большое. Так, я рада представить Игоря Викторовича Чининова. Он у нас сегодня будет проводить третью лекцию. Игорь Викторович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН. Игорь Викторович, передаю вам слово. Всем добрый день. Приступим к лекции. Если можно, следующий слайд. Так. После завершения советской экспедиции 1977 года для наших ученых наступил своеобразный информационный вакуум на протяжении 40 лет. Наши ученые не знали, какие процессы этнические и культурные происходят на берегу Маклая, в частности, среди папуасов Бонго. Дело в том, что западные ученые, австралийские этнографы, американские, мало интересовались и интересуются берегом Маклая. То есть работа на английском языке и в настоящее время этнографического характера практически нет. И поэтому все эти 40 лет наши этнографы находились в полном неведении о том, что творится на берегу Маклая. И вот спустя такой длительный отрезок времени звезда удачи улыбнулась нашим ученым. И в 2017 году фондом имени Микухи Маклая была организована первая российская комплексная экспедиция в Папуа-Новую Гвинею. Организатором и руководителем экспедиции был директор фонда, он же потомок Микухи Маклая, и полная его тезка Николай Николаевич Микухи Маклай. В состав экспедиции, кроме него, вошли двое ученых. Это я, а также Арина Лебедева из Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Также был фотограф Шаромов Дмитрий. И уже позже в Папуа Новой Гвинеи к нам присоединился переводчик с языка Толписин, россиянин Степан Цеглер. Он там в то время работал миссионером на берегу Маклая, католическим. Вообще наше путешествие к берегу Маклая было полно приключений. Мы планировали добраться туда за двое суток, но по ряду причин наше путешествие затянулось почти на неделю. Мы добирались туда 6 дней. В Австралии оказалась у нас просроченная виза. Мы там застряли в аэропорту Сиднея, потом перелетели в Брисбен, уже оттуда в Порт Морсби, столицу Папуа Новой Гвинеи, откуда потом на самолете местной авиакомпании перелетели в Маданг. Маданг – это административный центр провинции Маданг, где расположен берег Маклай. Там на большом катере австралийца Питера Бартера, нашего друга, мы добирались до мыса Гарагаси, как раз то место, где высаживался наш великий русский ученый. На берегу собралась огромная толпа. Около 3000 папуасов пришли приветствовать людей, которые прибыли из далекой страны Микухи Маклая. Там были жители из деревень Бонгу, Гаренту, Гумбу, а также некоторых других. Перед нашей высадкой они уже собрались около берега. Большинство из них уже были в традиционных нарядах, в раскраске, в перьях. Следующий слайд. Так, еще следующий. Вот на иллюстрации видим эпизод, как группа женщин в традиционных нарядах нас приветствует. Когда я сошел на берег, у меня вообще была первая мысль развернуться и уехать обратно. Потому что я увидел, что многие молодые люди и девушки снимают нашу высадку на смартфоны и планшеты. Причем более современные, чем даже у меня были. Я подумал ошибочно, что
Ничего из традиционной культуры здесь почти не осталось, и никаких исследований здесь проводить нельзя. Но, к счастью, я ошибался. На протяжении целого дня местные папуасы исполняли традиционные песни, танцы, пантомимы. Для них это было огромным событием, встреча таких гостей. Тем более, берег Маквая крайне редко посещает гости из внешнего мира. После окончания праздничной церемонии нас проводили в саму деревню Гаренду, где нам предстояло жить целую неделю и собирать этнографические материалы, проводить полевую работу. Нас разместили в одной из семейных хижин, где к нашим услугам был представлен целый набор предметов местного обихода. Следующий слайд. Вот здесь мы видим традиционные наряды местных папуасов. Я немножко позже об этом расскажу. На заднем плане там группа австралийцев, которые прибыли на праздничное мероприятие, посвященное высадке Микуха Маклая на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. 16 сентября, это было спустя несколько дней после нашего прибытия. Следующий слайд. Вот здесь мы видим традиционный барабан Акаму, ручной барабан в форме песочных часов. Такие барабаны очень распространены в океане, в особенности на Новой Гвинее. Следующий слайд. В нашу задачу на протяжении недели входило исследование различных сторон культуры, традиций и быта местных папуасов и выявить, какие изменения произошли в их укладе жизни за последние 40 лет. Я занимался изучением материальной культуры. Арина Лебедева, моя коллега из Кунсткамеры, занималась изучением систем родства, систем терминов родства, а также кровнородственной структуры. Следующий слайд. Вот здесь с высоты птичьего полета видим мыс Гарагаси. Там, где мы высадились. И где высаживался до нас Микуха Маклай. Да, здесь вот показывать. Угу. Следующий. Да, вот здесь вот показан катер, на котором мы бываем к берегу Маклая. Следующий слайд. Нам очень повезло. А вангуанцы прекрасно помнили, кто такой Миклух Маклай, из какой страны он прибыл. Он стал центральным персонажем их местного фольклора, и поэтому двери всех хижин были для нас открыты. Поэтому мы беспрепятственно могли общаться с местными жителями, знакомиться с их укладом, культурой, нравами, обычаями. Следующий слайд. Так, следующий слайд. Из того разнообразия обычаев, обрядов, которые нам удалось зафиксировать, мы прекрасно понимали, что с малых лет папуас обучает своих детей традициям и обычаям своего народа. То есть традиции настолько сильны, что те инновации, которые западная цивилизация внедряла в их общество, как бы органично накладывались на их местный уклад, на традиции, в корне не меняя их. Следующий слайд. В первую очередь я сконцентрировался на изучении их построек. Когда заходишь в деревню Гаренду, Бонгу, Гумбу, сразу бросается в глаза их традиционный облик в плане строений. Единственная инновация, которая появилась на рубеже 19-20 веков, это то, что сейчас почти все постройки стали возводиться на сваях. Ряд антропологов считает, что это была инновацией христианских миссионеров. Следующий слайд.
Все постройки делятся на несколько типов. Наиболее многочисленные, здесь мы наблюдаем, это семейные хижины. Они имеют различные размеры в зависимости от количества членов семьи. Но в целом семья у них насчитывает где-то от 5 до 10-12 человек. Внутри хижин помещение разделено на несколько комнат. Крыша у них традиционно укладывается листьями, пальмами. Стены из расщепленных стволов бамбука. Еще одна такой небольшой инновацией, которая также появилась после начала колониальной эпохи, это появление окон и веранд. Но в основном сама структура хижин семейных осталась той же. Второй тип хижин – это баджоу, мужские дома. Они также возводятся на сваях. Там проживают юноши, которые прошли обряды возрастных инициаций, то есть посвящение во взрослые члены общины. После того, как они стали полноценными членами, взрослыми мужчинами, они переселяются в мужские дома и живут там до того, пока не найдут себе супругу. Количество таких мужских домов, баджоу, в деревнях в аренду Бонг и Кума довольно значительное. Третий тип хижин, он очень редкий, это тамутау, хижина для инициаций. Это священная постройка, она располагается в глубокой чаще лесной. К ней запрещено приближаться женщинам, а также юношам, которые не прошли обряд посвящения. Я был свидетелем, когда меня подводили местные жители к этой хижине тамутау. Следующий кадр. И с нами шел мальчик лет 13-14, который еще не прошел обряд посвящения, а мужчины запретили ему приближаться к этой хижине на расстоянии 15 метров. Вот это именно хижина Таматал, хижина для инициации, она не изменилась со времен Миклуха Маклая. Она покоится на земле, там нету веранд, нету окон, нету комнат и крыша опускается прямо до земли. Но, к сожалению, здесь мы не видим ее изображение. На что еще хотелось сразу обратить внимание, это то, что папуасы во время своих праздничных мероприятий непременно наряжаются в традиционные наряды и украшения. В повседневной жизни, конечно, они сейчас носят одежду европейского покроя. Это рубашки, шорты, платья, сарафаны, футболки, брюки. Но вот стоит поступить к какому-то праздничному мероприятию, и бангуанцы сразу преображаются. Вот здесь на слайде мы видим изображение трех веков с левой стороны. Да, рисунок сделанный Миклухом Маклаем. Посередине фотография, сделанная советскими учеными в 70-е годы 20-го столетия. И, наконец, вот справа это фотография, сделанная в 2017 году. Практически ничего не изменилось. За исключением того, что сейчас, конечно, украшения из перьев стали использоваться гораздо реже. Местная фауна сильно оскудела. Но в остальном мы видим, что преемственность традиции сохраняется очень прочно. Это украшение из клыков свиньи, раковин, растений и растительных волокон. И, разумеется, набедренная повязка. Ну, здесь, сейчас, на следующий слайд, пожалуйста. Да, вот здесь группа как раз мужчин и женщин полностью в традиционных нарядах, когда они наряжаются на праздник. Вот типичная мужская набедренная повязка, называемая маль, у женщин типичные традиционные юбки с бахрамами. Следующий слайд. Что касается местного фольклора, то члены экспедиции записали очень много преданий о Миклухе Маклае. Как я уже говорил, он был и есть центральным персонажем их легенд и исторических преданий.
Они по-прежнему считают, что это великий человек, практически сверхъестественное существо, которое во многом помогал и развивал пангуанцев. На видеозапись были сделаны несколько сюжетов вместо преданиями Клуха Маклая. Что касается их средств передвижения, то, как и раньше, они в основном передвигаются вдоль береговой линии на таких традиционных лодках-давленках, непременно с балансиром. Следующий слайд. Вот. Балансир придает устойчивость лодке, не дает ей перевернуться. Но в любом случае они настолько узкие, что раскачивать ее все равно нельзя слишком сильно. Эти лодки тоже слабо изменились за последние 150 лет. Единственное, что они стали меньше украшаться и несколько уменьшить в размерах. Но в целом основные конструктивные особенности этих лодок-давленок остались без изменений. В среднем в них помещается где-то от 3 до 5 человек. На таких лодках-давленках папуасы выходят в море для рыбной ловли. Но что касается перемещений на более дальние дистанции, то сейчас они используют так называемое местное такси, banana boat. Это такие вместительные моторные лодки, на которых они путешествуют до города Маданг. Следующий слайд. Здесь показано, что дети с малых лет помогают в хозяйстве своим родителям. Даже вот переноска тяжелых кокосов ложится порой очень часто на их плечи. Следующий слайд. За ту неделю, которую мы пробыли в деревне Гаренду, а также параллельно посещали деревню Бонку и Гумбы, мы поняли, что действительно во многом пангуанцы сохраняют свои традиции и активно препятствуют поглощению их культуры западными инновациями, которые, разумеется, проникают очень активно, даже в этот отдаленный уголок земли. А после возвращения из деревни Гаренду в Маданг, там было проведено ряд мероприятий, и после этого мы отправились в деревню Билбил, также на берегу Маклая. Она находится ближе к Мадангу. Деревню Билбил населяют не папуасы, а меланезийцы, которые говорят на одном из австронезийских языков. Следующий слайд. В прошлом билбилцы населяли одноименный островок. Он расположен примерно в 2 километрах от Новогвинейского берега. Но в начале 20-го столетия, после ряда восстаний против немецкого колониального гнета, их насильно переселили на Новогвинейский берег. Сейчас деревня довольно крупная, и по-прежнему основой занятий, такой, скажем так, то, что их очень сильно популяризирует, является производство очень красивых керамических горшков. Раньше билбилцы были активными торговцами, и эти горшки были их основным элементом обмена со множеством деревень вдоль берега Маклая и прибрежных островков. Сейчас эти горшки также пользуются популярностью у многих папуасов берега Маклая, но также очень активно их покупают туристы, которые часто приезжают в Билбил из Маданга. Ну, вообще, мы поняли, что даже в Билбиле, который неоднократно посещал Миклух Маклай, память о великом русском ученом также прочно сохраняется. Мы там записали предание о русском ученом, и несколько местных жителей носят имя Маклай. Наибольшим изменением, конечно, подверглись предметы обихода домашнего. Сейчас у бангуанцев и у билбилцев вся посуда современная. Из металла, из пластика, вся покупная из города Маданг. Единственное, что напоминает о традициях, это вот именно билбилские глиняные горшки, которые хранятся как такие особые
ценные предметы. И иногда используется в обиходе традиционно скорлупа кокосов. Следующий слайд. Что касается музыкальных инструментов, то к настоящему времени осталось только их три вида. Уже упоминавшийся барабан акам, ручной деревянный, сигнальный гонг барум. Здесь вот он не виден, к сожалению. Вот барабан акам ручной. И сигнальные раковины. Здесь она не видна. К сожалению, другие виды инструментов уже ушли в прошлое. После окончания первой экспедиции современного российского периода мы вернулись обратно в Россию. Были сделаны несколько документальных фильмов и написан ряд научных работ. И в 2019 году, следующий слайд, была организована вторая экспедиция в Папуа-Новую Гвинею. В этот раз в состав экспедиции вошел я, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, как организатор и руководитель экспедиции. В Папуа-Новой Гвинее к нам присоединилась лингвист Ольга Темпл. Это наша бывшая соотечественница, которая живет в Папуа-Новой Гвинее уже много лет. И с нами был также видеооператор. В этот раз мы также поселились в деревне Гаренду. Мою задачу, как ученого-этнографа, входило изучение хозяйственного уклада пангуасов в настоящее время. Именно хозяйственный уклад сохранился больше всего. Именно та основа, на которой держатся все остальные традиции папуасов бонгу. Как раньше, основа их хозяйственной деятельности – это земледелие и рыболовство. Охота, собирательство и животноводство имеют вспомогательную роль. Из животных раньше разводили так называемую океанийскую тройку. Это свинья, курица и собака. Все эти виды животных употреблялись в пищу. Потом, разумеется, миссионеры запретили поедать собак, и папуасы разводили на мясо только свиней и кур. Но сейчас свиней осталось очень мало, потому что они перестали их разводить по причине того, что свиньи вытаптывали огородные посевы. Особенно молодые насаждения кокосовых пальм, которые очень ценились. Поэтому мясная пища из домашних животных сейчас довольно скудело и состоит в основном из курицы. Поэтому тот подарок, который мы им сделали и в первую, и вторую экспедицию, это были крупные свиньи, были для них очень ценным подарком, потому что свинья – это вообще показатель богатства и статуса во многих обществах Меланезии. Что касается остальных животных, белков, то они получают их посредством рыболовства и охоты. Охота на диких свиней была раньше, да и сейчас, основным мероприятием. Следующий слайд. Раньше она была облавной, сейчас носит индивидуальный характер, охотится также с копьями, но сейчас, конечно, копья у них с металлическими наконечниками, либо цельнометаллические. Охота на свиней выходит рано утром, как они рассказывают, в чаще в то время ранним утром свиньи в изобилии шныряют под джунглем. Но вот если стоит опоздать на час-два и выйти где-то пол шестого шесть, то уже свиньи не встретить. Мы дважды выходили с папуасами на охоту, но поскольку мы выходили поздно, то свиньи не находили. Что касается птиц, то я уже говорил, фауна сильно скудела, это коснулось птиц в первую очередь. Казуаров и раньше было очень мало, поэтому мясо птиц, диких птиц в рационе сейчас занимает меньшее значение. Ну и, конечно, основа – это земледелие, как раньше. Выращивают традиционно такие клубнеплоды, как батат, ямс, таро. Также сейчас распространены бананы, сахарный тростник и кокос. Это, в принципе, основные продукты, которыми питаются ежедневно. То есть вся их повседневная пища – это растительная в основном. Даже курицу они режут только, ну, по каким-то
важным мероприятием. Сейчас, конечно, пища уже готовят в традиционной посуде, но непременно на костре. До настоящего времени в деревнях Бонгу, Гаренду и Гумбу нет ни электричества, ни канализации. Когда мы туда приезжали, мы привозили с собой генератор. То есть по-прежнему пуасы всю пищу готовят на костре, как их предки. Что касается смартфонов и планшетов, которыми пользуется очень активно молодежь, то они их подзаряжают при помощи солнечных батарей, которые, как и эти гаджеты, они покупают в городе Маданг. Ну, город Маданг все-таки это современный город. Но здесь вот показано в иллюстрациях рынок, где папуасы с окрестных деревень сбывают свою сельхозпродукцию. В Маданге в этом полно магазинов, где хватает тех же товаров в плане техники, что и в других городах мира. То есть вот в отношении Маданг не отличается от других городов, которые мы привыкли видеть. Следующий слайд. После недельной работы в деревне Бонгу, Каренду и Гумбу мы также посетили деревню Билбил, посетили остров Билбил, который раньше был родным для них, и увидели, что острова Билбил для жителей одноименной деревни является священным, там проводятся церемонии, обряды посвящения юноши и возрастные члены общины и своей символической, извините, своей символической роли этот островок не утратил до настоящего времени. Очень важное мероприятие, которое было в первой экспедиции, это празднование дня высадки Миклуха Маклая на берег Маклая 19 сентября. Тогда папуасы тоже организовали грандиозное мероприятие, и был установлен прямой телепост. Берег Маклая, Москва. Туда прибыл на это мероприятие первый премьер-министр Папуа Новой Гвинеи, который бессменно находился много лет на этом посту, и отец нации Майкл Самари. Ну, такое мероприятие, такого масштаба на берегу Маклая никогда не было. После окончания всех экспедиций был собран огромный материал этнографический. Бонгуанцы подарили, как и в первой, так и во второй экспедиции, очень много ценных предметов местного быта, предметов искусства. Сейчас эти ценные коллекции находятся в различных музеях и представляют огромный интерес. И по ним можно понять, что действительно даже традиции изготовления многих предков, извините, традиции изготовления разных предметов материальной культуры не изменились на протяжении столетий. В настоящее время фондом имени Миклуха Маклая планируется дальнейшая экспедиция, потому что мы поняли, что для полноценного изучения культуры бонгуанцев необходимо стационарное изучение, стационарные полевые работы на протяжении долгих месяцев. Необходимо более подробно изучить их религиозные представления, системы родства, системы терминов родства, обрядовую жизнь, мифологию и, конечно, более глубокое погружение в их быт. Поэтому более длительные полевые работы в перспективе планируются фондом Миклуха Маклая. Во время пребывания в деревнях бонгуанцев, а бонгуанцы обитают в трех деревнях, это Бонгу, Гумбу, Гаренду, я понял, что даже в духовной культуре традиции еще сохраняются. Несмотря на то, что там уже более 100 лет очень активно работают католические и лютеранские миссионеры. Несколько молодых людей мне рассказывали, что они являются язычниками, они вернулись к вере предков и сознательно отрицают христианство. Один местный житель средних лет вечером рассказал мне, что колдовство по-прежнему очень распространено в местном регионе, что в их деревне колдунов нет, но вот в других деревнях, которые расположены в глубине острова, в районе хребта Бисмарка, обитает очень много колдунов,
которые превращаются в различных животных, птиц, и по ночам пробираются в деревню Гаренду и творят всякие нехорошие вещи в отношении местных жителей. И вот эта вера в колдовство, она настолько прочная, настолько сильная, что ничто не может ее вытравить. Таким образом, понимаем, что и даже духовная культура лунгуанцев в такой своей глубокой основе сохраняет много аутентичных, архаичных элементов. Очень надеюсь, что в дальнейшем будут все-таки более масштабные экспедиции, о которых говорил, и мне удастся там принять участие, чтобы больше исследовать традиционную культуру и те инновации, которые появились в обществе папуасов Бонго. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Вопросы? Вопросов нет, да? Тогда огромное спасибо за внимание. Всего хорошего.